that last was home, but I asked you for a dance. Now you go steady to the beaches. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy as I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in a spotlight. It's alright dancing in the moonlight. Рад приветствовать. Не знаю, можно ли с этим поздравлять, но тем не менее выходные наступили. Есть возможность перевести дух и зарядиться, так скажем, какими-то впечатлениями для того, чтобы силы появились на новую неделю рабочую. Вот. Для меня это тоже последнее, хоть уже и 3 часа ночи, видео на этой неделе. Хотя, может, завтра выходной тоже заеду, посмотрим. А, собственно, Sansui AUX4 единицы, Mox Vintage. Ну, тут, в принципе, все написано. Даже написано Master Integrated Amplifier. Вот, что само за себя говорит. Это отдельная у них была линейка. Линейка из 4 усилителей. Прародитель AUX1. Sansui. Потом X11 пошел. Вот. И, соответственно, X111 и X4 единицы последний. Но, скажем так, первые два это, безусловно, интересные усилители. Но мы сейчас о них не будем говорить. Они, скажем так, несмотря на то, что прародители были данной линейки, они все-таки технически топология у них была совершенно иной. X1 даже был на лаб-транзисторах, причем металлическом корпусе. Вот, возможно, были еще какие-то модели, которые оснащались таковыми, но я знаю только вот про X1, что у него такие они были. А здесь, соответственно, вот 111 модель и 4 единицы. Это усилители интегральные на полевых транзисторах. То есть MOS. Значит, 3 единицы в 85 году вышел. Стоимость его была 330 тысяч йен. А 4 единицы вышел в 88 году стоимостью в 400 тысяч йен. Фактически топология этих усилителей одинакова, то есть как бы внутри все вот это вот схема расположения и так далее, все соответствует, управление все то же самое, но этот усилитель весит на 3 килограмма больше, 35 килограмм он весит, у него уже стоят другие следующего поколения конденсаторы. Возможно, они большего размера, большей емкости. Тут сейчас не суть это все. Но, вероятно, 3 килограмма, скорее всего, здесь большего размера трансформатор. Вот. Хотя именно технические характеристики, такие как выходная мощность, у них одинаковые. Не то, что соизмеримые, а прям одинаковые. Если я не ошибаюсь, по-моему, 110 ватт на 8 Ом и что-то типа там
160 или 170 ватт на 6 Ом. На 4 Ома даже не написано. Ну, в принципе, этот усилитель может работать с 4-омной акустикой, но это, скажем так, нежелательный элемент. То есть полевые транзисторы, они вот к низкоомной акустике не очень склонны схемотехнически, в принципе. Вот. Ну, или, по крайней мере, вот эти модели, я такое слышал, что их нежелательно женить с 4 омами. Вот, но давайте посмотрим, что у нас тут. Выглядит, конечно, он шикарнейшим образом. То есть дизайн, они... Знаете, я когда на такие вещи смотрю, не только на него, но и в целом. Вот представляете, 88 год. Я родился в 87-м. Понятно, что там до начала 2000-х я был еще ребенком. Но смысл не в этом, а в том, что все равно, вот если переноситься умственно в те же фильмы какие-то, да, которые могут рассказать о примерном быте тех лет и представить, что в далекой или для кого-то близкой, как для нас, для Владивостока, Японии в 88 году просто вот такие вот вещи делали. Ну, это просто очуметь. То есть, как будто бы это другая планета была. Здесь, значит, вот эта часть, это стекло. Здесь, видите, вот подсветка идет клавиш. То есть, сейчас попробую свет отвернуть. В темноте это выглядит, конечно, невероятно. Буквы, надпись, она светится. Вот. То есть, если свет выключить, то вот эта вот надпись, она у нас светится. Она не просто краска. Ну и вот, видите, вся коммутация, она подсвечивается таким спрятанным светом там внизу. Вот, но это ладно. Сделано, конечно, дорого-богато. То есть здесь натуральный шпон на боковинках, шпон на вот этой центральной части. Здесь брошированный алюминий. Ну, очень красиво. Что касается коммутации, ну, в общем, соответственно, integrated. То есть вот у нас получается фона, CD-тюнер, лайны, тейпы там отдельно, да. Есть пару входов normal input 1-2. Соответственно, normal input будет управляться так же, как и балансный вход, с помощью вот этих вот раздельных регуляторов громкости, раздельных для левого и правого канала. Вероятно, это так же, как и на других интегрированных сенсуях. То есть непосредственно на сигнал идет на усилитель мощности в обход предусилительной части. Тембр-блока как такового здесь нет. Единственное, что добавляется в режиме Integrated, это мы, соответственно, можем покрутить баланс лево-право и клавиша Presence. Ну, это некоторая тонокомпенсация, как Loudness. Но вот она Presence названа, она такая есть. То есть она вот, знаете, не как Loudness такой вот дешевый, который там сразу вваливает, а она чисто вот что-то где-то очень тонко, очень деликатно добавляет. Вот. Ну, хочу сказать, что, конечно, раздельно лево и право, ну, с одной стороны, неплохо с помощью такого варианта поймать баланс между лево и право. Но именно пользоваться вот на постоянке, то есть делать потише, погромче, если это требуется, ну, категорически неудобно, да, то есть вот если надо, вот там кто-то позвонил или позвал, тебе надо один повернуть, второй повернуть, то есть идея такая себе, то есть какая-то она, я не знаю, зачем она такая, вот, ну, что сделано, то сделано, как говорится. Вот, опустим этот момент. Далее что? Ну, у нас осталось вертушку послушать. Здесь фонокорректор только ММ. Несмотря на то, что это топ-уровня аппарат,
Ну, в принципе, надо сказать, что у многих аппаратов топовых и за совершенно иные деньги тоже только MM-коррекция. Я думаю, что это связано с тем, что организовать MC-коррекцию высокого уровня дело непростое и с точки зрения финансов, и с точки зрения места, которое требует MC-коррекция, качественно сделанная. Вот, поэтому они решили не городить огород, то есть абы что не лепить, ну, может вложиться в бюджет, может просто как бы формат размерности, поэтому здесь MC-коррекции нет. Кстати, вот этот предусилитель Denon, именно ZR, я вам уже демонстрировал, и он... Мы его даже смотрели, по-моему, внутри, но я на тот момент еще не знал. В общем, тема такая, что вот это все, это фонокорректор. Но точнее сказать, это три фонокорректора. Здесь, получается, вот это MM-фонокорректор. Вот это MC-фонокорректор с цифровым усилением сигнала. То есть, как вы видите, они, ну вот, вот это построение, оно как бы одинаковое идет. Вот. И это MC-коррекция, то есть здесь свой MM-корректор и, соответственно, трансформатор. MC-трансформатор. То есть MC-трансформатор, MC-коррекция на операционниках, соответственно. Ну, возможно, здесь еще... Она не на операционниках, а такая как бы дискретная, ну типа вот транзисторы, там еще что-то, не знаю, короче. Но факт, что здесь, в общем, типа цифровая подтяжка уровня сигнала до ММ, и это чистый ММ. И, ну, такое редко встретишь. Ну, в общем, мастер говорит, что он, в принципе, видит такое впервые. Но говорит, что это обосновано, то есть здесь... релейное переключение коммутации, и значит, смысл в том, что входные сигналы слабые с винила, и соответственно, если эти входные сигналы будут там коммутироваться через реле там куда-то чего-то, да, то там большие потери и соотношение сигнал-шум, ну, будем говорить, не идеальное. А здесь получается, что релейное переключение, то есть между этими корректорами, оно происходит уже на выходе из корректора, там, где сигнал уже усиленный, и соответственно мы получаем более качественное соотношение сигнал-шум. Ну и вот, получается такой вот, скажем так, для винилистов очень недурственный вариант предусилителя. Вот. С разными, ну, во-первых, можно несколько тонармов одновременно подключить, переключать. Во-вторых, вот такое, можно сказать, подход по-аудиофильски. То есть подход дорого-богато, на все деньги, можно так выразиться. Вот, ну ладно, в общем, перейдем мы к прослушиванию винила, да. Ну, по звуку что можно сказать? Ну, сказать по правде... Насчет того, что вот, знаете, как бы у меня у самого есть какое-то мнение, что вот полевые транзисторы, они какие-то такие вот там определенные имеют звук. Наверное, я бы так выразился, что слушая этот усилитель, я могу сказать, а, типа, вот такой вот он полевой звук, да, хорошо, окей, и, ну, то есть, в чем-то с этим согласиться. Ну, то есть... Характер звучания следующий, то есть есть общее ощущение прозрачности звучания, некоторая такая даже статность, низ приспущенный, то есть не сверхартикулированный, но и не раздутый, то есть он скорее такой, знаете, как бы в дымку уходящий, то есть со шлейфом с таким небольшим. Я бы не сказал, что здесь высокая скорость атаки, то есть для каких-то тяжелых жанров, ну, это может подойти, но это может подойти именно с точки зрения определенного какого-то шарма звучания. Вот, если именно с точки зрения какой-то номенклатурности, то, наверное, тяжелые жанры — это вот точно не конек.
Ну, соответственно, все, что является музыкой такой вот, так скажем, возвышенной, да, здесь это все очень здорово. То есть плотность, в принципе, присутствует. Но именно плотность звучания, знаете, такая не слипшаяся, а, ну, просто чувствуется, что вот густота, что ли, звучания. Но хочу сказать, что есть акцент на середину, мне это не очень нравится. Но, опять же, в данном случае кораллы, они тоже имеют этот некоторый акцент. И здесь как бы 50 на 50, да, кто виноват. То есть, конечно же, подобрав, допустим, акустику, у которой середина подзавалена, ну, вопрос этот решается. Вот, но в целом усилитель, вот знаете, вот он как выглядит, так и звучит. То есть вот он выглядит вот такой вот блестящий, напомаженный красавец. Вот и звук у него такой же. То есть, ну вот, ты смотришь на него, и совпадает впечатление от прослушивания с его внешним видом. Вот. Ну и выглядит он действительно так, что на него можно просто любоваться, даже не включать. Ну или включать, чтобы подсветочка горела, и нормально. Вот. Так. А, да, крутим на фон, сейчас переключим. Так, ну где-то на час. Ну, здесь, в общем-то, достаточно хорошее усиление, так что на час там уже мы, наверное, даже и не доедем туда. Включим Subsonic. Нет, Subsonic выключим, включим Presence. Головка у нас ММная, но не абы какая. Аудиотехника 160-я. Самая крутая у них ММ-головка, по крайней мере, в то время. С бериллиевым кантиливером позолоченным. Вот. Ну, в принципе, это ММ-головка, которая звучит как МС-головка, можно так выразиться. Сюда ММ-головку не так просто переставить, поэтому я не стал заморачиваться, просто взял другую вертушку. Тем более мне ее нужно было тоже Я сейчас включил, понимаю, что ну чуть-чуть не хватает по низу какой-то такой вот пышности. Но я понимаю, что в данном случае просто этот усилитель надо было вот JBL подключить, и все было бы. Но, как говорится, что сделано, то сделано. Вот, не было сегодня задачи чего-то таскать. Точнее, я и так таскал, только другое, то, что еще в коробках. Друзья, благодарю вас за внимание. Ну и, разумеется, до новых встреч. Надеюсь, в скором будущем.
ничего не скажу. Прежних ролей.